В милицию Солигорска обратился местный житель и сообщил о том, что с неохраняемой стоянки пропал принадлежащий ему автомобиль «Вольво». На месте парковки автомобиля остались только осколки стекла. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и первоначальных следственных действий пропавший автомобиль обнаружен брошенным в поле вблизи города Солигорска. Для установления обстоятельств произошедшего выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Солигорского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе осмотра на поверхности двери автомобиля специалистам Государственного комитета судебных экспертиз обнаружен и изъят след пальца руки, который был незамедлительно направлен для проверки. По ее результатам установлено, что след оставлен 21-летним местным жителем.